На всякий случай, всем здрасте. Привет. Добро пожаловать на канал. У нас сегодня такой удачный выпуск. Мы в Александрове с мамой приехали в Александров. Решили пройти за покупками. Какой у нас маршрут? Я вам сейчас скажу, что мы с вами посетим. Мы с вами посетим супермаркет «Дом Дача», садовый центр в городе Александров. Затем мы поедем в магазин тканей. Там ткани на развес продаются в самом городе. Зайдем там на рыночек. Короче говоря, я вам покажу город Александров, потому что что-то я помню, что, по-моему, я вам его не показывал. То есть, может быть, где-то проезжали, да, мимо, но что-то как-то особо мы там с вами не гуляли. Так вот, друзья мои, сейчас я вам все покажу, все расскажу. Возможно, этот выпуск будет в двух частях, возможно, ну, скорее всего. Вот. Сейчас попробуем походить, посмотреть, что здесь продают. Растения всякие там, что еще здесь есть. Я вам сейчас даже покажу. Сейчас буду переводить когда камеру, я вам все покажу, друзья мои, что здесь есть. Вот. Ну и, может быть, что-то буду комментировать. Так вот, оставайтесь со мной. Приятного просмотра. Я перевожу камеру на улицу и буду показывать не себя любимого, а... Вот. Скажем так, это уличная зона, где как бы терраса, веранда, как ее правильно назвать, не знаю. Вот здесь продают гортензии, другие цветы. Естественно, мы сюда пойдем, посмотрим расценки, смотрите, какая красота. Какие шапки здесь продаются. Вот у нас около дома есть, недалеко от дома, садовый центр. Как он называется, не помню. Просто забыл, ладно, вспомню, скажу. Вот, так там гортензии... От 330 до 900 рублей, до 900 рублей, в зависимости, наверное, от растения, горшка и так далее. Посмотрим, сколько здесь они стоят. Вот. То есть сейчас немножечко вам такую небольшую экскурсию проведу, вот именно за забором. Потом зайдем внутрь и покажу вам, что внутри. Что внутри. Пойдем, походим здесь. Посмотрим цены, посмотрим вообще сам ассортимент. Сам фасад, вход в магазин, в супермаркет. Пойдемте с вами внутрь, друзья мои. Сейчас посмотрим, что там представлено, что продается. Ну и... магазина. Тут такая вот прелесть. Много-много цветочков представлено. И цены, кстати, недорогие. По 19 рублей есть, по 31, по 22. Всякие такие... осенние цветочки, которые сейчас можно высаживать, семена, семена цветов. Сейчас вам все покажу. Ну и также плодовые овощные культуры. Буду говорить тихо, чтобы не смущать ногу. Вот смотрите, что здесь еще представлено. Все, что здесь? Морковки. Много-много семян морковки. Семена базилика. Укроп. Ну и так далее. Все. Кстати, подставка под цветы. 3000. Колышки всякие разные. Цветочные горшки. Все в таком духе. Это все, что внутри магазина. Особо не будем мы с вами здесь ходить, потому что здесь особо смотреть нечего. Нам с вами интересно то, что зашли мы вот в этот... в уличный центр. Смотрите, какая красота, какие гортензии здесь продаются. Какие шапки красивые. Ну и не только гортензии, здесь полно цветов. Сейчас вам все покажу. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, как красиво. У нас, по-моему, такие какие-то уже растут. Это какой сорт? Вот это 2305. Гортензия метельчатая. У нас есть такая. А вот эта гортензия тоже метельчатая, 3785, но она уже, видите, высокий какой кустяра. Вот это высокий кустяра. Здесь что у нас? Вот тоже гортензия, смотрите, как. Я вообще очень люблю гортензии, очень красивые цветы, тоже метельчатая. Что-то не метельчатая здесь только.
Ну, цены, конечно, здесь, видите, горшки, вот 1885. Это тоже метельчатая, но какая-то она... Я не знаю, от чего зависит цена. Не знаю, от чего зависит. Вот. Вот такая вот шапка. 1600. Угу. А вот смотрите, какая вымахала высокая. Такая в виде дерева, да? Обалдеть. Когда я подумал, что она может быть такая. Мне кажется, она пустистая должна быть. Видите, они тут разные. Сейчас мы просто с вами пройдемся, я вам покажу. А вот это что? Это цитрус, лимон. 7000, 7500. О, он уже даже с плодами. Он какой висит. Он какой висит. Плодяра. А, класс. Ну, за 7000, извините. Это как-то... А вот здесь уже картинки, которые поменьше. Которые поменьше. Вот тоже шапка очень красивая. Смотрите, какая. Нашел. Увидел. Вон какая гортензия. Ой, какая красота. Сколько же она стоит? 4480. Офигеть. Вон там еще что-то дальше есть. Пойдемте дальше посмотрим. Ну, кстати, еще. Пока мы дойдем, с вами покажу. Такие вот мостики тут продаются. Тазики всякие. Вот такое кресло, кстати, у нас есть. Ха-ха, сколько оно стоит, интересно. Пойдемте посмотрим наше кресло, которое, помните, как-то снимал влог, сидел на нем. Вот такое вот. Сколько оно здесь? 23 580. Но это из этого. Ну, такой же, как у нас. Только я не помню, почему. По-моему, дешевле мы брали. А вот эта гортензия огромная. 8500. Садовый. Пойдемте, кстати, там еще одну гортензию увидел. Пойдемте посмотрим, что здесь представлено. Вот это вот что? Это цветочки какие-то. Тоже гортензия. Смотрите-ка. Такой, я даже не знаю, что за сорт такой интересный. Как она цветет, тоже мне непонятно. А, вот. Вот она какая, смотрите. Такая гортензия тут есть. Очень красивые шапки у нее. 1500. Вот такой вот горшок 1500. Вон, смотрите, вот этот подороже, но он тоже с цветочком. А вот этот 1600. Такая вот гортензиюшка. Вот это, ну да, они все по 1500. Смотрите, вот так вот. Вот такие вот тут есть. 2400. Слушайте, ну здорово, ну здорово. Ну просто красота. Пойдемте с вами дальше посмотрим. Такой собак, я испугался, думал, что он живой. Сначала дойду, но ой, собака стоит. На самом деле, видите, такая вот статуэтка. Класс. Ну, пойдемте с вами дальше. Вот еще сильвер доллар у нас есть такой. Сорт Саматон Лидия. Я не знаю, что это такое. Вот почем она? 1200. Ну, слушайте, ну, у нас в садовом центре, в нашем, который около дома, намного дешевле эти гортензии, чем здесь. Здесь прям вообще что-то цены какие-то забабахные, запредельные. Вот реально. Что-то как-то очень дорого. Очень дорого. Вот такие вот тоже всякие разные сорта. 1800, смотрите. Вот это вот сколько стоит? Сейчас я посмотрю. Вот это. 2500. Охренеть. Честно говоря, ценник здесь будет здоров. Ну вот, друзья мои, вот такой горшок вот у нас, да, в Садко. В садовом центре, вспомнил, как он называется, Садко садовый центр у нас тут около дома. Вот, а, ну это 900 рублей. Ну такая вот у нас стоит 450. Здесь 915. Два раза дороже. Два раза дороже. Вот это вот 705. Ну это еще 705. Но опять же, непонятно, что за сорт. Метель, что написано, шуга. А. Шугаруш, ну я такой купил уже, тоже 450 рублей, по-моему, покупал. Вот, именно в таких горшках. Но это очень дорогие. Вот это просто вот... Цены, конечно, здесь кошмарики. Вот честно, кошмарные цены. Что здесь есть? Вот такие вот клены. Деревца. Вот еще гортензия, другой сорт. Пойдемте посмотрим, что здесь представлено. Что здесь? Вот это тоже он стоит, конечно, гортензия метельчатая. Тоже написано, как у него. 1265, такой пустяра. Вот
пожалуйста, товарищ садоводы, напишите мне, вот у кого, сколько таких гортензий здесь стоит. Потому что здесь они очень дорого, очень дорого. И цены, конечно, запредельные на них. Что тут за цифры? Это цены. Цены? Пойдемте отсюда. Елочки, туи, пихты. Смотрите, какая красота. Очень красивые растения. Ну, конечно, наверное, стоят они тоже, будь здоров. Вот это ель 6320. Не ель, а как она? Что это у нас? Это можжевельник. 6320. Голубая ель. 6370. Ну, вот там еще, смотрите, такие шаровидные. Сейчас поближе вам покажу. Вот такие вот всякие. Смотрите, как красиво. То есть, если облагораживать или участок свой делать красоту, наводить на нем, то это очень даже интересно. Там еще гортензию увидел, пойдемте еще посмотрим. Ну, гляньте, какая красота. Очень красивая. Собака, да, я сам удивился, думал, что настоящая. Я тоже сначала, да. Ага. Я тоже, да, я так думал, собака стоит. Погляделся, это статуя. Вот такая вот гортензия, смотрите. Очень красивая шапища. Обалдеть. Ну, наверное, столько в чугунный мощь, сейчас посмотрим. 7600. 7600, не, нафиг. Я лучше выращу. За 7600 я не готов такой покупать. Очень красивая. Красивая вот эта, да. Вот это очень Римс, тоже. Римс Ред? Ага, Римс Ред, ага, красавица. Да. Ну, вот эта шапка тоже прям так красиво смотрит, даже издалека вот так. А сейчас посмотрим, я даже не знаю. Ой, сейчас, подождите-ка, это фантом. Да, это фантом. Да, это фантом. До 2 метра, да? А это Римс Ред. Римс Ред, да. Пока мама смотрит клематисы, мы с вами пойдем по розам пройдемся. Вот эти розочки. Розы. А пахнет, наверное. Что тут это, по-моему, без запаха, что-то не могу понять. Сейчас, подождите, я принюхаюсь. Не, а это не пахнет. Ну что, здесь вот такие вот розочки. Кто любит розы? О, какая, смотрите, какая красота. Ну, мы сами сажаем, ну, да, мы с букетных роз вырезаем, сажаем. Бывает, что перерастает, бывает, нет. То есть вот такие вот здесь цветущие. Что-то как-то у нас намного лучше в садовом центре, чем здесь представлены. Ничего не без запаха, что-то мне не нравится. Вот здесь клематис. Смотрите, голубенькие у нас, по-моему, такой есть. Вот розовенький. Тут цветочек всякие разные. Клематис. По 800 рублей, да, мама, они? А? Почем клематис? По 800? Разве? Да, вон 800, 800 вот есть, да. 840, 900 рублей. Разные. Это разные. Я не вижу. 840 в основном. Да, 60. Ну, дорого, да? Нет, это нормальная цена. Нормальная? Кстати. Да? Да, вот в этом самом там 1500. У нас, да, в садко? Ну, да. Ага. Это юлика, вот как интересно. Так что, в конце концов, мы весну можем купить. Ну да. Ну, смотри, какой интересный красный. Да, кстати, это интересный. Это 1130, вот он. А, вон какой, да. Вива полония какая-то. Угу. Интересный, да. Интересный, рассветочки хорошие. Да и цена нормальная, в принципе. Да, цена нормальная. Я как говорю, что здесь даже дешевле, чем в питомнике. Ну, честно тебе скажу, на эти, как они, гортензии намного здесь дороже, чем у нас. Здрасте. Здрасте. Так здесь смотри, какие гортензии. Ходил, набрел на актинидию. Смотрите, какая красота. Красивая актинидия такая. Обалдеть. Красота, ванила фрайс. Да. Обалдеть, такая шапка. У нас есть, кстати, такая. Да. Будем выращивать. Надо, да, так что вот, такие, смотрите, красота, просто такая шапища, вообще здорово. Ее подвязать бы по-хорошему. Ну, да, она вот разваливается. Здесь, да, но она разваливается.
Ну, друзья, мы выходим из этого торгового центра, посмотрели все, что нам нужно было, из садового центра. Едем дальше. Я с вами не прощаюсь. Едем с вами дальше. В другое место.